Всем приветики, мои секретики, и вы сейчас на моем канале Секреток. Сегодня с вами снова Силе, и у нас сегодня выходит видео-разбор трейлера на новое обновление в Toglife World. Что ж, давайте же не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем желаю приятного просмотра. В общем, как вы уже поняли, в этом видео мы с вами разберем трейлер, а точнее узнаем, что нового у нас появится в Токе. И совсем это уже скоро произойдет, а если бы точнее, то уже на следующей неделе, во вторник. По-моему, это будет 8 августа. Ну что ж, давайте, как я уже сказала, не затягивать. И сначала посмотрим трейлер, а затем его с вами обсудим. Поехали! Ну что ж, теперь и пришло время начинать наш разбор трейлера. Поехали! Итак, с чего все начинается? Все начинается с той самой картинки, которую мы видели в самый первый раз. Это когда этот мальчик снимал типа обзор на свою косметику. Ну и дальше идет заставка, естественно, вот нашего нового пака мебели Get Cozy. Итак, давайте же разберем, что здесь будет. Добавят, конечно же, много новой мебели, в том числе вот такой ковер, посмотрите, очень красивый. Далее вот такое растение, кисточка светящаяся, лампочка. Затем еще одна лампочка обычная. Далее вот такое сиденье в виде капельки настенное. Затем вот такая полочка или тумбочка с двумя полочками, где вот такая новая масочка для лица с огурчиками. Это очень круто на самом деле. И далее еще вот такая тарелка со свечкой. Тут же она в воде с кувшинками и еще вот, такой, вот таким цветочком как бы. И затем еще вот такой вот круглый стол. У нас был уже такой похожий стол на самом деле, но только другого цвета, бежевого и белого. А здесь будет вот такой зеленый. Здесь же вот такая декорация из камушков. Затем вот такие духи от Ивы. То есть Ива — это как бы популярная такая звезда в Токе считается, и поэтому здесь также она будет присутствовать. Ну, точнее, как будто у этой Ивы произошла коллаборация с вот этим вот магазином косметики, да, и вышла ее коллекция. Также вот такой зеленый новый кремушек и еще вот такой кремушек бежевый. Далее идет вот такой еще вариант обустройства, так скажем. Вот такие лампочки или что это, декорация из капелек синих. Затем вот такой плакат с новыми блесками для губ, которые у нас тоже добавятся в Токе в этом обновлении. Далее посмотрите, какая интересная композиция, состоящая вот, я не знаю, это ковер или это на ковре стоит вот такая вот как бы тумбочка или декорация, да. И здесь, кстати, будет секретка для Крампита, то есть секретная комната для Крампита. Я так понимаю, что это, по идее, вот то, что в воде стоит тумбочка, это будет в разделах тумбочки. Ну и там также будет секретная комната для Крампита. Затем можно увидеть вот такое кресло, типа кресло, состоящее из пудры, да, или хайлайтера.
Ну и также еще вот такой стеллаж, где тоже много-много разных новых вещей. Это новые лаки для ногтей, также еще вот такая светящаяся надпись настенная. Ну, это как бы бренд этого магазина, да, или как бы название этого магазина. И еще много розовых полотенец. Ну, естественно, будет одно розовое полотенце, но здесь можно сделать вот из них такие вот рулоны друг на друга наложенные. Как я уже сказала, стеллаж, но он будет, кстати, с двумя полочками. Еще у нас представлена и вот такая композиция, так скажем. Здесь вот такие красивые лампочки, хочу на них обратить внимание, они выглядят очень красиво. Как бы деревянная такая перегородка, вы можете ее заметить тоже. Через нее, конечно, все будет видно, я так понимаю, ну да ладно. Также еще вот такой пуфик, еще вот такой столик, и тут две тумбочки, на которых лежат новые палеточки теней. Одна поменьше, другая побольше. Затем еще перевозная такая тумбочка. Здесь у нас будет набор кисточек, затем еще вот такие кремушки разные, либо я не знаю, что это на самом деле. Далее у нас вот такой холодильник, где хранится косметика. Тут у нас сыворотка, я так понимаю, для лица, и консилеры. Боже, у нас добавят тональники и консилеры в току, я не верю. Также еще вот такая светящаяся рамка, где можно будет добавить плакаты этих брендов всяких косметических. И новые бомбочки для ванны на новой полочке с подсветкой. Мне очень интересно, будут ли как-то исчезать или пропадать, ну то есть будет ли какая-нибудь анимация с этими бомбочками для ванны, но я надеюсь, что будет. И здесь у нас показывают вот этот новый пак мебели. Что здесь будет? Что мы получаем? 49 предметов для мебели, также 64 декорации, 7 дизайнов стен и 3 дизайна пола. Хочу заметить, что здесь добавят очень много яркой мебели, поэтому, конечно, этот будет как бы пак мебели для более таких любителей яркой мебели. Ну и, конечно же, для девочек, то есть, которые косметику любят туда-сюда. Ну, может, и мальчикам тоже понравится, не знаю. В общем, добавят такой новый яркий стеллаж, тоже он с подсветкой. Затем вот такой столик в виде, ну, как бы барной стойки, то есть высокий столик. И, я так понимаю, он тоже с подсветкой идет. Затем еще, вот, посмотрите, какая красивая карета, или я даже не знаю, что это называется. Но тоже очень красивый, как бы, шкафчик. Ну, и можно увидеть, что будет доступно всего 3 шкафа. То есть еще вот такой шкаф, или как я уже его назвала, это стеллаж с двумя полочками. И здесь вы только посмотрите, сколько разных штучек у нас добавят, наконец-то, в туалет. У нас впервые, наверное, в ванну добавляют столько много всяких декораций и так далее, предметов. Ну, в общем-то, бомбочки для ванн. Затем еще какие-то бомбочки, я так понимаю, в виде ромашек. То есть вот такие круглые есть, и еще в виде ромашек. Новые разные крема, просто их здесь куча, посмотрите. И причем все они с такими подставочками. Думаю, эти подставочки можно будет не только для этих кремушков применять, но и для других еще вещей. Затем новый шампунь, я так понимаю, или гель для душа какой-то тоже. Ну, в общем, здесь вообще я не знаю даже, какие названия подобрать, потому что я сама еще, если честно, не до конца шарю в косметике, все такое. Поэтому вы, наверное, больше меня даже знаете. Но я думаю, вы все видите сейчас на экране. Также мы можем увидеть, как я уже сказала, нам добавят сыворотку для лица, затем консилеры, тональные крема. Также еще краску для волос, наконец-то она у нас будет тоже в креаторе. Затем лаки для ногтей, блески для губ и вот такие разные румяна. И еще, это все румяна. Новые кисточки и также новые расчески. Будут две расчески, вот одна такая массажерка, а другая уже тонкая, как бы, ну, вы поняли, в общем. Итак, можно видеть новый настенный шкаф или настенную полку. Посмотрите, какая она красивая на самом деле. Очень интересная, мне кажется. Также еще вот такая тумбочка и еще более повыше тумбочка. Вот такая статуэтка в виде камушка с ромашком на голове. У нас есть такой персонаж, кстати. И если что, с ромашкой, это не бомбочки. Это вроде как тоже крема. То есть их здесь, ну, просто, как я уже сказала, полно. И также вот вы можете увидеть новые обои здесь, новые полы, дизайны пола. Также еще нам добавят спонжик. Мне очень многие ребята писали, что у нас уже есть спонжик в Токио, это не что-то новое. Но, ребят, я хочу вам сказать, что именно такого спонжика у нас нет. То есть, допустим, ну, этот спонжик, мне кажется, наиболее такой лучше, чем другие, которые у нас есть в Токе. Но как бы я этого спонжика, если честно, больше ждала, поэтому думаю, может быть, кто-то со мной тоже. Ну и, конечно, очень много всего вот от этой Ивы, как бы популярной певицы в Токе.
У нее здесь вообще просто, посмотрите, сколько тоже разных предметов от нее, и пакеты, значит, и плакат там, просто полно всего. Вот, посмотрите, сколько еще здесь всего добавит, там еще какая-то палеточка, я так понимаю, лежит, или что это, я не поняла на самом деле. А вот здесь и есть подсказочка к секретке комнаты Крампета. Маска для лица с огурцами, и еще я не понимаю, почему здесь одни мужики, а где девушки? Добавят также вот такие сиденья, то есть можно будет создать даже свою парикмахерскую. А, кстати, еще одну расческу добавят, я только что ее там увидела. Ну, новое радио, коробки новые. Также еще новые обои, да, затем вот такие лианы, посмотрите, очень красивые. Мне прям нравятся в токе лианы. Новый плакат. Также еще вот такая тумбочка, я так понимаю, ее можно будет передвигать, переносить даже куда-нибудь, она ставится на стол. Пин-пад новый вроде как, также еще вот такая пикалка, которая пробивает вещи. Мне еще показалось какой-то новый ленивец, если честно, там стоит. Ну и здесь, посмотрите, мерч от Ivy Blue. Ребят, что за ноунейм? Также еще вот такая вывеска этого магазина Глинцы, как бы бренда. Также еще добавят вот такую штучку, то есть логотип этого бренда, который будет обвешан вот такими лианами, тоже очень красиво смотрится. Новый кошелек с карточками, будут карточки этого магазина, то есть можно сказать даже как скидочные. Затем еще будут новые подарочные упаковки. Здесь же еще снизу будет ящичек. И также, мне кажется, вот эти фиолетовые, как бы... штучки, боже, я не могу назвать, что это. Ну, в общем-то, они похожи как тушь. Я надеюсь, что нам добавят тушь в току. И мне кажется, что это тушь. Не знаю, может быть, я путаюсь. Но вот эти вот фиолетовые штучки, мне кажется, это тушь. Они причем даже не описывают, что это, вот когда тут идет вот такой экран. Но также еще будут, конечно, новые всякие тумбочки, да, как я уже сказала, масочки. Еще добавят новый туалетный столик. Также добавят всякие вывески. И еще посмотрите наверху в какой-то баночке. А, это ватные диски и средства для того, чтобы смывать это все. Боже, очень круто, ребята, я так рада, если честно. И еще, кстати, новые ножницы добавят, то есть как бы для парикмахера, да. То есть у нас реально можно будет обустроить магазин косметики и также парикмахерскую. А также смотрите, этот персонаж из Тока Бока наводит каким-то образом этой кисточкой себе какой-то макияж на лицо. Что? Неужели мы сможем делать макияж? Или же это просто очередная анимация? О, показывают эту штучку. В смысле, ребят, подождите, это была тушь, я надеюсь, что это была тушь, пожалуйста. Так, новый лак для ногтей снова же. Ну, тут все понятно, я вам уже, ребята, это объясняла, консилеры всякие, туда-сюда. О, вот и спонжик новенький. Господи, ну прям пушка. Ну только мне не нравится, что палетка опять с яркими цветами. У нас уже есть такая палетка. Почему они не могут добавить более, ну, побольше нюдовых цветов? Мне кажется, нюдовыми цветами больше бы пользовалось людей, честно. Ну и все заканчивается тем, что этот мальчик приходит, радостный, накупился здесь всего просто всей косметики и снимает обзор. Думаю, вы увидите такую же Силию, улыбающуюся, сияющую уже скоро тоже с всякой новой косметикой. Ну и на этом все, ребятки, наш видеоролик подходит к концу. В общем-то, вот такой у нас разбор получился. Мне кажется, что очень интересное, интригующее обновление. Но уже не интригующее, мы уже почти все с вами разобрали и увидели. Также еще, кстати, добавят новые корзинки. То есть можно будет ходить с покупочками, туда складывать все. В общем-то, я ставлю пока что обновлению оценку 10 из 10. И с нетерпением уже жду вторника, 8 августа, чтобы увидеть, как уже выйдет это новое обновление. Итак, пока что я думаю, что стоить оно будет 99 рублей. Ну, я надеюсь, что оно будет стоить так, потому что здесь не столько на самом деле мебели, чтобы оно стоило 179. Так что рассчитываем пока что на цену 99 рублей. Ну, а вы свое мнение можете написать в комментариях, я его буду обязательно ждать. Так что пишите, поделитесь своим мнением в комментариях. Ну, и если вам понравился этот разбор и оказался полезным, вы что-то узнали нового, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока-пока, с вами была я, Силия, и до встречи в новом видеоролике.